Привет всем, друзья! Привет подписчикам канала! Привет всем, кто подошел, друзья! Вот сегодня очередной видосик. Вот решил снять видосик про свой компьютер действующий, который это у меня четвертый компьютер уже. А так по жизни вообще десятый, наверное, уже. Десятая сборка. Вот этот у меня какой-то основной компьютер, самый главный. Вот решил снять на него видос, чтобы это вы посмотрели, какие параметры, какие вот у меня тут стоят железо в моем системном блоке. Может, что-то посоветуете, как его апгрейдить, что-то поставить помощнее. Вот смотрите, вот такой вот системный блок. Вот называется он Airtone. Airtone, вот такой вот с подсветкой он. Вот с такими выходами. Airtone. Покупал что-то за 3800, по-моему, такую коробку. Брал. Давайте посмотрим, что тут вообще есть у него. Болтик вот открутить надо, вот болтик. С таким большим, с подсветкой, вентилятором, с таким вот. Система охлаждения как раз вот сделана. Крышка вот так вот опа снимается. Видите, да? Вот такой вот. Подключаю его. Что здесь внутри вообще есть? Вот такой вот блок питания Asus на 300 ватт. Максимальная 300 ватт. Самое главное, 12 ампер у него выходы. Вот. Вот такой вот винчестер на 500 гигов, где вся информация основная. Вот он вот такой вот стоит. Kingston на 250 гигов SSD. Видеокарта Asus Strix RSM 370 на 4 гига DDR5 256 бит. Системная плата Gigabyte GA5433. Процессор здесь стоит Q6600, 4-ядерный, 2,4 ГГц. Скорость у него. Ну вот такой вот системный блок. DVD-привод. Пишущий. Плюс он может записывать лазером на диске, делать географическую всякие фотографии. Здесь есть вот такой блок питания на 300 ватт, видюха. Вот через HDMI, только хорошее качество воспроизведения. Через DVI и вот этот вот рядом, который там DVI, очень плохое, только через HDMI. Так, вот интернет, 6 USB-шек. Из них одна 3.0, по идее, должна быть. Но почему-то тут язычок, почему-то нет. Язычки почему-то черные. Синего нету, хотя на коробке написано 3.0 есть. Встроенного видео нету. Встроенного нет видео. Системную плату невозможно использовать без видеокарты. Вот это очень неудобно в каких-то случаях. Вот такой вот. Здесь пыли Airtone. Здесь что-то уже склаиваться стало. Крышка погнутая. Такой вот системный блок. Почему-то всегда, когда я его отключаю, там что-то поделать по железу, всегда сбивается время. Приходится настраивать время. Непонятно, с чем это связано. В BIOS почему-то сбрасывается. Вот с такого ракурса посмотреть. Блок питания здесь внизу в коробке находится, не сверху, как у старых. Вот такая видюха Asus RSM 370 Strix 4 гига. Гигабайт. Пишите в комментариях, друзья,
Может, что-то посоветуйте, как его еще апгрейдить. Хотя куда уже, память тут стоит, кстати, забыл сказать. Вот, память стоит, получается. Попробую сейчас увеличить, получится, нет. Три плашки по 4 гига, 12 гигабайт оперативы, DDR3 стоит. Можно использовать, получается, двухканальный режим, поставить еще вот на синенькую еще вот плашечку. Уже будет 16 гигов работать в двухканальном режиме. Вот по 4 гига еще одну сюда. DDR3. 1600 частота. FSB DDR3. Вот такой кулер DEPCOL. Почему тут странно погнулся, офигеть. Только сейчас заметил. Очень тихий, стоит что-то косарь 700, по-моему, такой блок на процессор. Процессор Q66-2.0, 4-ядерный, с частотой 2,4 ГГц. Очень классная вещь вот эта вот. Система охлаждения на процессор DEPCOL. Вот тоже еще вентилятор на подсветку. Тоже я его отсоединил, потому что блок питания слишком слабый. На 300 ватт. Я планирую сейчас взять помощнее, потому что видеокарту поставил. Вот до питания пришлось сделать такое вот комплект, который шло подсоединить все-таки к этому. Нету от него отдельного выхода на карту. Пришлось вот таким образом сделать. Не знаю, сгорит блок питания, не сгорит. Вот. И как это понять, вывозит он, не вывозит. Отключил вот этот вентилятор, чтобы меньше-то убралось от энергии. Чтоб хотя бы заработал. Но в играх вроде более-менее. Как бы это. Ну вот, на сегодня такой обзор. Ну, такой системный блок. Спасибо огромное, кто смотрел, кто подошел, кто ставит лайки. Пишите комменты, что вы думаете по этому системному блоку. Что посоветуете. Полезные советы. Как говорится, ладно, ребят, спасибо огромное. Всем пока, всего доброго, до свидания.